Так, уговариваем Еву на прокол ушей. Ева, будь смелой девочкой. Давай, идем. Пошли. Так, Ева, знаменательный день. Покажись, покажись, красавица. О, все, выбрала самые классные сережки. Где в зеркальце посмотрите. Так что я хотела еще. Да я не вижу сумку, да я другой не запомню. Видишь? Ну, клево, да? Ну, улыбнись, тетя. Тебе ж никто не хотел сделать больно. Голодная. Да ужасы голодная. Бедняжка Ева. Голодная до ужаса. Прикол в том, что в двух заведениях уже не приняли у нас карточки польские. Санкции дошли. И теперь встает интересный вопрос, как мы тут будем существовать, а, Алена Александровна? Не знаю. Пойдем в KFC попробуем. А? Короче, ситуация такая. Хотели купить Еве туфельки в сад ходить. И не прошли карты. Ни Аленина, ни моя, ни даже Аленина кредитка не прошла. Так что не знаю. Либо БПС банк белорусский попал под санкции тоже. Ну, короче, не проходит ничего. Сейчас иду попробую подключить себе симку. Не знаю, как там пройдет. Ну так, интересненько. Кстати, да, сегодня неимоверное пекло. Погода радует, конечно. Конец лета, конец отпусков. В общем, не нашел я пирата лайф. Наверное, попозже пройдусь другим местом. Сейчас пойдем попытаемся зайти там в одну кафе, покушать мороженое. Ребенок пьешь, уже голоден пьешь. Польские слова прорываются. Ну, в общем, не знаю. Будем пробовать с карточками платить. Приехали. Называется без налички. Чувак стоит. Надеюсь, в ближайшем будущем его снесут наконец-то. Идем в бар «Осьминожка». В общем, идем скушать с морожка. Тут ажиотаж. Даже неизвестно, если место свободное. Рыбы. В общем, у каждого по два шарика, плюс коктейльчики, молочный и клубничный поцелуй, надеюсь, без алкоголя, Ева. Вот, обошлось 18 рублей, как обычно, банк карточку не принял.
Короче, БПС под санкциями. Папа, твой вкусный. У тебя вкусный. Вот такие рыбки здесь плавают. Немножко свежее. Можно попробовать твой? Такие вот гиганты там плавают. Так, у нас тут дегустация коктейля началась. Ну и как? Вкусно? Вкусно? Да, твое вкуснее. О, супер. Всем привет на канале Ева Нелла Роза. Смотрите на рыбы. Здесь очень хорошие рыбки. Угу. Здесь закрытый. Вот так вот природа отвоевывает свое. Это самое. Причем помидорчики. И не надо грядки.